Привет, меня зовут Саша Дакин, и сегодня я расскажу, как грамотно выбрать кровать. Начнем с того, что кровать по праву самый важный аксессуар в вашей спальне. Ведь кровать – это то место, где вы проводите треть вашей жизни. Именно поэтому не следует пренебрегать качеством этого, на первый взгляд, простого аксессуара, с которым вы проводите больше времени, чем в своем удобном автомобиле или продвинутом гаджете. Задумайтесь об этом. Выбор формы и вида кровати зависит исключительно от ваших личных предпочтений. Но некоторые особенности вы должны знать. Кровати можно различать по виду, форме, высоте и материалам изготовления. Вид кровати. Кровати бывают раскладными и стационарными. Раскладные кровати используют в местах, где необходима экономия жилой площади. Часто кровати такого типа размещены в гостиной. На время сна ее раскладывают, а днем или при наличии гостей кровать складывают в диван или шкаф. Плюсы этой системы в экономии места, которого порой так не хватает. А минусы очевидны. Во-первых, процесс ежедневного складывания и раскладывания не очень приятный. А во-вторых, в кроватях такого типа, как правило, страдают анатомические свойства поверхности, что не может обеспечить идеальный сон. Стационарные кровати – это самый популярный вид кровати. Их используют всегда, когда позволяет жилая площадь. Преимущество стационарных кроватей в том, что на них можно размещать качественный матрас, что обеспечит идеальный сон. Их удобно застилать, расстилать, а стационарность размещения обеспечит долговечность механизмов крепления и материалов. Минусы? Нет никаких минусов. Если площадь позволяет, смело покупайте большую стационарную кровать. Форма и размеры кровати. Кровати бывают стандартные формы, это прямоугольник, а также любой другой формы в зависимости от вашей фантазии и предназначения аксессуара. Кровати стандартной формы – самые практичные, доступные в цене и ассортименте. Они изготовляются стандартных размеров. Как правило, самая узкая взрослая кровать имеет размер 80 на 190 сантиметров, а самого большого стандартного размера, или как их называют королевские, имеет размер 180 на 200 сантиметров. Формы и размеры нестандартных кроватей зависят только от вашей фантазии и финансовых возможностей. К примеру, вы хотите придать вашей спальне особенной пикантности, выбрав кровать в виде сердца или невероятно больших размеров. Очевидны недостатки нестандартных кроватей. Они, как правило, не серийные, то есть изготовляются по специальному заказу, поэтому значительно дороже стандартных. Также к нестандартным кроватям нужны нестандартные матрасы, которые также обычно дороже. Высота кровати. Оптимальная высота кровати около 45-50 см. Именно при такой высоте, когда человек садится или встает, угол изгиба колен оптимален, около 90 градусов. Такая посадка самая удобная, безопасная и легкая. Любители восточного стиля могут выбрать кровати-подиумы. Их высота практически равна высоте матраса. Минусы таких кроватей – на них неудобно садиться, и чтобы встать с них, нужно приложить соответствующие усилия. Материалы изготовления. Кровати могут быть изготовлены из самых бюджетных материалов – МДФ, ДСП. У них, как правило, самая бюджетная цена, но их надежность, долговечность и экологичность не самая лучшая. Оптимальный вариант – кровати из склеенного бруса или цельных пород дерева. Такие изделия более долговечные, они экологически безопасны, а самые элитные кровати, изготовленные из дорогих пород дерева, могут по праву считаться семейной реликвией и передаваться по наследству. Часто кровати изготавливают из металла с коваными или штампованными элементами. Этот тип кровати все менее популярен в наше время, так как прочность новых технологий и материалов позволяет обходиться без металлических основ. За дополнительной информацией обращайтесь к квалифицированным специалистам сети магазинов «Свит Матрасив» по телефонам ниже. Заходите на наш сайт или в ближайший магазин «Свит Матрасив» в вашем городе.